Ну все, теперь у меня тоже есть обозначение. Владка, шоколадка, соседушка мой. Соседушка. А? Вот он, пупсичек мой. Показываю, как, какой у тебя не бардачок. Да ладно, бардачок, ты меня показываешь без грима. Тебя не видно. Так. Красотка моя. Красотка моя. Класс, круто как. Площадка наша. Ну, тут все. Школа. Андрюха. Как он и сказал, вот туалета. Повесь. А что у вас по вторникам? Потому что тут вручную напрессию все пивать. Нет, просто вот этот. Муж, сколько мы на работу. Это я. Это я. У нас даже свой трактор есть. Прикол. Сейчас вам мини-экскурсию сделаю. То есть все время вечером приезжаю. Что вам не показать? Ну что, больше, Морозь? Угу. Скажи. Пошли там, а я вот там, кстати, не была. Ни разу. Здесь какая-то. Да, вот как раз ты сейчас здесь и поиграешь. Все ребята. Прикольно. А, вон гуси, видишь? Смотрим, я думала, вы зошники. О! И можем понять, почему нет у нас списки еще. Вот, я, знаешь, что у тебя нет? Не успел спросить. Я после дома 2 могу работать телохранителем? Я сейчас, по-моему, неплохо справился. Есть только... Платить будешь много мне? Дарья Пынцер, Серега. Ой, Дашка, смотри, ты здесь, нифига себе. А нет, Ксения? Ольга Бузова. А, ну потому что... А, топ-10 участников. Ну просто потому что я не участница. А? Пока с одной, сейчас вторая приедет. Холодная ССР. Что-то у нас там. Все голые сегодня. По непонятным причинам. Это лобная. Ну, лобная вам показывала. Вот такая площадка. Басик видела, Марис? Главное, чтобы ты сейчас... Спортсменчики. Класс. Сидят бантики. Приятного аппетита. Спасибо. Так, девчонки, вчера просто порвали опросник. Какие духи, какие духи. Мне уж кажется, я миллион раз оставляла все свои духи, поэтому буду показывать новые духи. Значит, смотрите, вот Роже эликсир. На пробу взяла, поэтому пока маленький парфюм. Пахнет малиной. Очень вкусный, прикольный. Мне прям очень нравится. Но пока на пробу. Я разношу, попробую, похожу, потом решу, буду брать или... Еще настоящее летнее персиковое настроение. Блин, парфюм тоже нереальный. Очень мне нравится. Он, конечно, чуть сладковат, на мой взгляд. Но такая коробочка мягкая. Вообще потрясающая. Просто не жалко ее выкидывать. Прям мягкая, прикольная. Но для лета, девчонки, подходит. Вы знаете, что я сладкие люблю на шубы, но это хорош. Блин, запах просто нереальный, вам стопудово понравится. Ой, вообще. Я фанат духов, поэтому, в принципе, я могу сегодня один день такими, один день такими. Частенько мне надоедает, и я начинаю новые духи себе искать. Поэтому мне нет такого, чтобы я там одни духи все время. У меня, как правило, их всегда очень много. Я их обожаю. Так вот выглядит коробочка. Имейте в виду. Этот пока вот. Вот название. Где?
Потім варіанти не можуть рішитися. Нарікання – це ужас. Страшно? Да, вот. Смотрите, на какой высоте вообще мы. Класс. Ну, не верю, что вам страшно. Покажись, какая ты красивая. Ой, не могу. Покажи, как ты глазки накрасил. Ой, принцесса. Ну, фотосессия. Одеваться. Нога на ногу. У нас сегодня фотосессия для кенгуру. Наших любимых. Мама тоже. Леди Инре. Сейчас Маруську ждем и выходим. Так что ждите нас на обложке. Ты не задирай голову высоко, смотри на меня правда. Все красавцы. Вы где отдыхаете? В Барселоне. А как там погода? Дождь, гроза, ну слава богу. Ну и погода. И только серьезные муравьи тренируются. Сегодня с такими космическими планами проснулся. Потом пошел дождь, смыл все желание. Но там, где заканчивается сила воли, начинается характер. Ладно, короче, решил домой поехать. Не нашел мощностей. Сейчас домой приеду, и она быстро мне найдет, что делать. Так что до 10 часов, пока она не уснет, я буду в тонусе. О, смотрите, кого поймал. Мой цветник тоже домой едет, оказывается. Привет, привет. Привет! В общем, сводка последних новостей. Ну и теперь к Теоне приехала подруга. Они прям зажгут, мне кажется. Говорят, сладкое, как сладкое, знаете. Сладкое, сладкое, давай. Не разведете, не знаю. Каменное лицо. Мы подумать, что мы шли всего один день. Ну как? Кто знает. Я бумажку потеряла. Хорошо, что он сказал. Что, кислое? Мы с ним